В сентябре этого года одна из крупнейших торговых онлайн-площадок создала на территории Хабаровского края логистический комплекс. 47 тысяч квадратных метров складских помещений «Озона» построили на территории парка «Авангард». Он стал первым в ДФО складским комплексом, который возвели для нужд электронной коммерции. Он же позволил сократить и сроки доставки товаров почти в 3 раза. Однако на этом планы компании не заканчиваются. О развитии торговой онлайн-площадки на территории Дальнего Востока рассказали во время рабочей встречи с губернатором Хабаровского края. Мы рассматриваем регион, безусловно, как для нас очень важно с точки зрения развития и нашего международного направления. Мы работаем сейчас в 8 странах, поэтому мы сейчас смотрим на то, чтобы здесь настроить дополнительную инфраструктуру, чтобы как раз-таки это направление работало более эффективно. В сентябре руководство маркетплейса и правительство региона заключили соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает масштабирование онлайн-платформы в субъекте. Компания заявила о 2 миллиардах инвестиционных средств. Сейчас в Хабаровском крае работают 177 пунктов выдачи «Озона» и 2 современных распределительных центра. В дальнейшем планируется расширять комплекс за делом на будущее сотрудничество с Китаем. Мы готовы подставить вам плечо и ваши намерение на расширение бизнеса поддержим по всем фронтам. 2 миллиарда инвестиций вы планируете, я знаю. Хорошие деньги. Приветствуем и уверен, все это пойдет на пользу людям. Международную торговлю будут налаживать в том числе через грузопассажирский пункт пропуска на Большом Уссурийском острове, который ведут в строй. Он улучшит логистику и ускорит доставку товаров из КНР. Компания уже изучает возможность строительства дополнительной инфраструктуры для повышения эффективности работы с Китаем. Ульяна Крамаренко для Большого города.